Два боя мирового ранга в один день. Мечи Александр Шлеменко и Александр Сарнавский в субботу утром в американском городе Бетлехеме проведут титульные бои в международном топ-турнире «Беллатор». Шлеменко будет защищать звание чемпиона в среднем весе в поединке с американцем Дагом Маршаллом. Сарнавский в финале гран-при легкого веса сразится с другим бойцом из США Уиллом Бруксом. Американская пресса сходится во мнении, что в обоих поединках будут зрелищные отрезки ударной техники. Предостерегают своих спортсменов. Россияне сильны в этом компоненте. Американским бойцам нужны нестандартные действия для того, чтобы победить, поскольку россияне еще и научились защищаться от борьбы. Наши специалисты смешанных единоборств придерживаются мнения, что мечам необходимо твердо держаться ударного стиля, и это